Сегодня воскресенье, и мы отправляемся на фермерский рынок, чтобы купить свежие фрукты и овощи. Сейчас у нас февраль месяц. Конечно же, сейчас на рынке нет ни персиков, ни абрикосов, ни винограда, но есть свежие апельсины, мандарины, авокадо, лимоны, конечно же, бананы, грейпфрукты. То есть сейчас сезон цитрусовых. Ну, конечно же, на рынке можно купить и клубнику, но она дорогая и не такая вкусная, как летом. Сейчас мы едем на рынок, и я вам покажу, что же есть на рынке в Алании и по каким ценам в феврале месяце. Как вы видите, в Алании начали строительство вот таких вот велосипедных дорожек по всему городу. И скоро мы надеемся, что вот такие вот велосипедные дорожки будут проходить через весь город. И велосипедисты смогут спокойно кататься по городу, не только туристы, но и все те, кто проживает в Алании и пользуется велосипедом. Очень приятная, хорошая инициатива и, конечно же, полезная, потому что не только взрослые смогут воспользоваться этими дорожками, но и дети. Безопасность, конечно же, превыше всего. И дети смогут воспользоваться дорожками, когда ходят на... когда ездят в школу на велосипедах. Ну, как видите, турки используют эти дорожки не только для велосипедов, но и для всего того, что им удобно. Около рынка, конечно же, стоянка мопедов, потому что мопеды один из самых популярных видов транспорта в Алании. Ну, а мы пришли на рынок, давайте же посмотрим, что есть. Естественно, есть зелень, лук, петрушка, свежая капуста. Вот также продают свежий мед в сотах. Яблоки по 1,5 лиры. Естественно, сезон, свежие апельсины, огурцы, помидоры, картошка. Картошка 3 килограмма 5 лир. Лук. Конечно же, местные наши бананы по 2,5 лиры. Ну, цены вы видите. Все овощи свежие. Фрукты свежие. Только что. Как будто только что с грядки. Кстати, рынок даже очень дешевый. Позарифа от лапшей. Бак, мы сюда будем от эсачок уджусе. Учли раулду. Бак, бу позарчок уджус. Бак, сады джибирли радом от эс. Видите, помидоры всяких разных видов. И черри, и маленькие, и черные. Выходись, мой Джоземан. Вот уже свежий перец по 5 лир. Свежие баклажаны по 2, огурцы. Ну, друзья, на рынке можно купить много-много всего вкусного и свежего и по хорошим ценам. Конечно же, сейчас на рынке нет ничего экзотического, точнее летнего. Ну, вот единственное, что есть, свежие грейпфрукты. Тоже килограмм всего по 2 лиры. Ну, в общем, цены на рынке варьируются от лиры до 5. Есть все.
все, фрукты, овощи, приправы, есть редис, есть орехи. Зелень. Ну, в общем, на рынке есть все, что вы хотите. На рынок принято, конечно же, ходить всей семьей, и ходят, вот как вы видите, вот с такими тележками, куда складывают все фрукты и овощи, чтобы везти было не тяжело, потому что в руках таскать пакеты достаточно тяжело. Ну а поскольку мы на мопеде, мы не пользуемся тележкой. На сегодня покупки на рынке мы закончили. Купили мы, конечно же, немного, но купили все, что нам необходимо. Есть несколько правил, когда вы посещаете фермерские рынки в Турции. Я вам расскажу про эти правила. Одно из правил: всегда следует, прежде чем делать покупки на рынке, обойти его и посмотреть цены, выбрать те товары, которые вам нравятся больше всего, и потом уже покупать. Естественно, носите с собой мелочь. И одно из тоже важных правил: ходите на рынок не утром, а уже вечером, ближе к закрытию, потому что если вы приходите на рынок ближе к закрытию, то цены, естественно, становится ниже, потому что к закрытию люди хотят распродать все товары. Ну, пожалуй, вот это вот самые важные правила, которым следует следовать, когда вы ходите на рынки в Турции. Ну и, естественно, не забудьте купить тележку, как я вам показывала, потому что тяжело очень таскать в руках пластиковые пакеты с килограммами фруктов и овощей. Ну что, желаю вам
приятных покупок на рынках Алании или в других городах Турции. Подписывайтесь на мой канал, пишите также ваши советы, которые будут полезны не только мне, но и всем остальным. Ну а я желаю вам приятных покупок и всего хорошего. Пока-пока!